Один из пассажиров самолета, который направлялся из Санкт-Петербурга в Анталию, устроил дебош. Экипаж вынужден был совершить незапланированную посадку в Сочи. По предварительным данным, буйный пассажир в состоянии опьянения оскорблял бортпроводников, а затем и вовсе избил одну из стюардесс, которая пыталась его урезонить. В Сочи дебошира передали полиции, а пострадавшую стюардессу обследуют медики. Если травмы окажутся тяжелыми, задержанному пассажиру может грозить уголовное дело.